Всем огромный привет! Сегодня готовлю крылышки по своему любимому рецепту. Готовятся они очень просто, а получаются с необычным пикантным вкусом. А еще посмотрите, какие они получаются румяные! Куриные крылышки я разрезаю на три части. Вот эта маленькая часть нам не понадобится. На разогретую сковороду вливаем растительное масло. Выкладываем крылышки и обжариваем пару минут. После чего добавляем чайную ложку специй для курицы и немного соли. Все хорошо перемешиваем и обжариваем до румяной корочки. Далее добавляем соевый соус и мед. Достаточно 1 столовой ложки. Все хорошо перемешиваем, ждем, пока жидкость выпарится, и обжариваем еще несколько минут. Вкусные, румяные и ароматные крылышки готовы. Подавать такие крылышки можно с любым гарниром. У меня сегодня рис. По желанию в конце можно присыпать кунжутом. Вот такую вкуснотищу я сегодня приготовила. Обязательно попробуйте и напишите мне отзыв в комментариях. Буду ждать. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Огромное вам спасибо за лайки. Ну и всем пока-пока!